Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. Сегодня я готовлю тушеную капусту и хочу показать вам рецепт. Так как такую капусту я приготовила на прошлой неделе, и всем она очень понравилась, и попросили приготовить еще раз. Сегодня я буду готовить в большом количестве. У меня вот 2 кочана молодой свежей капусты. Так как у меня нет времени завтра, чтобы приготовить обед, есть кое-какие дела. Поэтому, чтобы и на завтра осталось, я вот в большом количестве сегодня приготовлю. Когда я пекла чвиштари, есть у меня рецепт, кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. Там я вам показала 3 варианта, 3 рецепта в одном. Там обычный чурек, чвиштари и чурек вместе с сулугуни. Из капусты тоже можно приготовить несколько вариантов. Первый вариант — это обычно только капусту готовим. Второй вариант — это тушеная капуста с рисом. Третий вариант, особенно зимой, из квашеной капусты тоже я готовлю, тоже очень вкусно получается. И это зимой опять также из старой капусты. Только разница в том, что старую капусту надо дольше варить. А эту я уже помыла, разрежу на 4 части, брошу в кипящую воду подсоленную, оставлю там, выключаю, оставляю там минут 10 и все, не варю, так как она молодая. Это блюдо, такую тушеную капусту, вы можете приготовить как самостоятельное блюдо, а также как гарнир, например, к котлетам, к сосискам, к жареной картошке. И еще от вас зависит, что у вас будет дома. Значит, для приготовления тушеной капусты, капуста сама собой, нам понадобится. Понадобится томатная паста, понадобится зелень. Вот я предварительно нарезала зелень и молодой чеснок. Здесь 3-4 зубчика чеснока. Я добавляю мою аджику. Вот как она выглядит. Рецепт этой аджики тоже я вам дала. Есть у меня видео. В этом году тоже я обязательно приготовлю и вам поэтапно покажу этот рецепт. Я там более теоретически вам рассказывала. У меня она уже заканчивается. Я в больших дозах готовлю, как я вам показала в рецепте. Но вы можете приготовить половину этой дозы. И лук. Я уже предварительно в кастрюле поджарила 3 большие луковицы. Поджарила на подсолнечном масле. И все. Больше ничего не надо. У кого нет аджики, добавьте молотый перец, или черный, или красный, или если есть какая-нибудь другая аджика, не имеет значения. Но вот, приготовьте на следующий сезон обязательно эту аджику. Итак, приступаем к работе. Друзья, вот вам покажу. Я обжарила лук на подсолнечном масле, добавила томатную пасту, добавила мою аджику. А вот в кастрюле у меня
Капуста. Сейчас я достану эту капусту и нарежу. Чуть-чуть воды добавила я еще сюда, чуть-чуть. Так, примерно полстакана. Потому что была густая зажарка, очень была густая. Все, это выключаю. Достаю капусту и нарежу. Мои дорогие друзья, вот в готовую уже зажарку отправляю капусту. Я уже порезала капусту, а зажарку прямо в кастрюле сделала. И отправляю сюда капусту. Хорошенько перемешаю. Чтоб хорошо перемешалось, я половину зелени добавлю сейчас, а половина в конце. Потому что здесь количество такое, что лучше так сделать. Половина насыплю сейчас. Вот так. Чуть-чуть подсолю, много соли не надо, потому что аджика тоже содержит соль. Хорошо перемешаю. Добавлю оставшуюся часть. Можете черный перец добавить. Чуть-чуть опять подсолю. Хорошенько перемешаю все. Друзья, я все хорошо перемешала. Оставлю на огне, на слабом огне, минут 5, чтобы все хорошо вместе протушилось. И все, выключаю газ. Друзья, наша капусточка уже готова. Вот выглядит она так. Я попробовала, мне очень понравилось. Готовьте, можете приготовить как гарнир к обеду, как я вам уже говорила. Можете как самостоятельное блюдо на ужин приготовить. Это и вкусно, и полезно очень.
и готовится быстро и легко. До свидания, мои дорогие друзья. Кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео. Я постараюсь для вас снимать интересные видео и хорошие рецепты. Пока-пока!